Приобретая кедровую бочку, баню, сауну или купель, мы, конечно же, хотим пользоваться ей как можно дольше, и чтобы она при этом не потеряла своих целебных свойств и внешнего вида. Как ухаживать за изделиями из кедра? Чем их мыть, чтобы дерево не лишилось своих качеств? Для ухода за изделиями из кедра лучше всего подходят традиционные моющие компоненты. Что в первую очередь приходит в голову, когда мы говорим о традиционных моющих средствах? Правильно, хозяйственное мыло. Это надежное, простое, безопасное и эффективное средство, которому доверяют из поколения в поколение. Компания Байсиберия разработала специальное моющее средство для ухода за кедровой бочкой, баней, сауной и купелью на основе хозяйственного мыла Ультра Клин. Средство состоит из абсолютно безопасных для человека и безвредных для дерева, но одновременно эффективных для поддержания чистоты и антисептики компонентов. Используя Ультра Клин Сауна Байсиберия, вы можете не опасаться аллергических реакций, химических ожогов и других неприятных эффектов. Натуральные компоненты, входящие в его состав, прошли испытания временем. Жидкая форма хозяйственного мыла существенно облегчит его использование. Средство нужно всего лишь развести водой. При этом концентрация зависит только от степени загрязнения. Средство для мытья Ультра Клин создано специально для ухода за кедровыми бочками, саунами, банями. Оно не причинит древесине ни малейшего вреда, не изменит ее внешний вид и не повлияет на целебные свойства кедра. Средство изготовлено согласно ГОСТу. Вы можете быть уверены в его составе и свойствах. Ультра Клин не имеет запаха, а это значит, что кроме аромата кедровой древесины и целебных трав, никаких посторонних запахов в бане или сауне не будет. Ничто не помешает вашему удовольствию. Купив средство для мытья Ультра Клин, вы решите проблему ухода за изделиями из кедра, которые отблагодарят вас долгой службой. Цена на Ультра Клин вас приятно удивит. Средство экономично, его хватит надолго. Средство для мытья Ультра Клин для кедровой бочки, бани, сауны или купели – это верность традициям, безопасность и эффективность.